Шоу бегемотов в Саратове стартует одна из самых эффектных цирковых программ с участием экзотических животных. Московские артисты привезли в наш город многотонный аттракцион. Сразу три бегемота выступят под куполом цирка. На последней репетиции побывала наша съемочная группа. На арене саратовского цирка выступают одновременно сразу три бегемота. Дрессировщики, супруги Ахундовы, научили своих подопечных оригинальным и неповторимым трюкам. Выполнить трехкратный кувырок через себя могут только эти бегемоты. Аида, Злата и Яна – единственные в мире представители семейства, кто выполняет этот номер. По словам дрессировщиков, сложности в работе с гиппопотамами есть. У меня впервые в истории мирового цирка на манеже работает две самки, один самец. Это получилось чисто случайно. Я знаю, что нельзя держать именно бегемотов, самца и самок. Это точно. Даже слонов это старается не держать, хотя на Западе работают слоны, есть и самцы, и самки. Но бегемотов вообще это противопоказано. Но так получилось, что когда мы их привезли, очень трудно пол определить в молодом возрасте. Очень сложно. Еще одни подопечные именитых дрессировщиков – обезьяны. На арене цирка приматы покажут сложные акробатические трюки и порадуют зрителей шуточными номерами. Шоу бегемотов саратовцы смогут посмотреть в цирке имени братьев Никитиных уже в эту субботу. Московские артисты пробудут в нашем городе до 23 февраля. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.